последнем финальном заезде, который сейчас нас наблюдает. И это самый мощный класс чемпионата России по ралли-кроссу. Класс D1, полноприводная техника. На старте борьба за победу на 7-м этапе чемпионата. Сейчас развернется и борьба за чемпионский титул. Сергей Квашкин перед финальным этапом лидирует в общем зачете. Пилот из Москвы представит ЦСКА. 6 очков выигрывает данного Бориса Котелло. Виталий Дудин также борется за золото. И в этой зачетной категории, но он 13 баллов по версии Пушкина, поэтому ему будет трудно отыграть это отставание. Тем не менее, у него есть шансы. Так же, как у Дмитрия Брагина. Его командника по надежде МСП Мотоспорт. Все внимание на светофор, считанные секунды до старта! Пилоты устремляются к первому повороту! Отрыв всего лишь 6 очков. Но этот отрыв позволяет, скажем, Сергею Кучину финишировать даже третьим в уходе. Сергей Кучина. Лесов Кузьмин. Пока что обороняется, вот атак, победителя чемпионата, выполняет первую точку. Чемпионата в классе D1. Он на всех этапах, поэтому
первой тройке он уже не борется, но зато заканчивает сезон на высокой ноте. Пилоты из Воронежа, гонщики без баланса Racing Team. Владислав Кузьмин одерживает победу! Чемпион России в классе D1 2011 года. Ну а на третьем месте в этом заезде финишировал Борис Котелло, который по итогам чемпионата становится серебряным призером. Ваши аплодисменты, Борис Котелло, 17-кратный чемпион России.